Сегодня не стало одного из классиков отечественного телевидения Леонида Золотаревского. Об этом нашей телекомпании сообщил его сын. Золотаревский был среди тех, кто создавал программу «Время». До этого вел эстафету новостей. Именно он был руководителем первых курсов репортеров живого эфира. Сам много работал в кадре, вел первые репортажи о дрейфующей льдине на Северном полюсе, со дна Балтийского моря, из Афганистана, снимал первые фильмы о полетах в космос, написал несколько книг, по которым и сейчас учатся тележурналисты. Леониду Золотаревскому было 87 лет.